Небольшой пруд на реке Терешка – излюбленное место отдыха жителей села Средняя Терешка. Живописный уголок облюбовали и птицы. Нередко здесь можно встретить уток, лебедей и других пернатых. Портит картину лишь старая плотина, построенная еще в далеких советских годах. Гидротехническое сооружение не только защищает местных от наводнений и других бедствий, но и служит переправой. Данный вот ГТС для нас служит как место отдыха, для рыбалки. Летом очень много вот приезжих ребят, купаются дети. Конечно, вот мы запрещаем купаться, потому что не оборудовано, но рыбу ловят. И вот для перелетных птиц она является как зоной отдыха. Через небольшой мостик жители нескольких улиц попадают на другой берег, где находятся соцобъекты и магазины. Поэтому допустить разрушение сооружения никак нельзя. Ранее жители уже обращались с этой проблемой к губернатору. В этом году в Минприроды провели обследование 5 аварийных объектов в регионе, в том числе и в Средней Терешке. После результатов станет понятно, что делать с объектом – законсервировать или ликвидировать. Чтобы этого не допустить, главам администрации рекомендовано перевести бесхозяйственные ГТС в муниципальную собственность. Глава поселения принял решение данное гидротехническое сооружение взять на баланс. В последующем министерством в рамках формирования бюджета 2023-2025 годов будут выделены финансовые средства на ремонт данного гидротехнического сооружения. И в последующем оно будет использоваться как зона отдыха для населения, и также как резервный пожарный резервуар в случае возникновения лесного пожара на территории данного поселения. Как отметил глава сельского поселения, в начале следующего года начнется процедура передачи объекта в ведение села. После чего начнется составление проектно-сметной документации на ремонт ГТС и благоустройство территории. Анна Тищенко, Улправда ТВ.